Здорово, танкисты. Сегодня покажу мега-эпический бой игрока, который скатал на натиске на карте Энск на танке Т-110 Е5. Ебать, что это за бой? Это просто невероятно какой-то. Обязательно смотреть всем до конца. В конце будет самое интересное. Обещаю. Вот. Так, а сейчас что? Натиск карта Энск. Посмотрим, какое оборудование он поставил. Стабилизатор, прицел и досылатель. Досылатель только обыкновенный, остальные трофейные. Оборудка. Так, и что же наш тут игрок будет делать? Что ж тут такого офигенного? Да, что я записываю этот реплей и показываю вам. Ага, сразу же подсвечивает мауса. Так, стоп. А, вот. Думаю, что такое. Думаю, что за фигня. Подсвечивает маус и пытается дать в маус, а не дает. Так, что-то, подождите, что-то с прицелом или что? А, вот, все. А, он просто в X8 играет. Красавчик. В X8 играет. А, вот X16 перешел. Да, что мы тут вообще видим, да? Натиск. Натиск, да. Так, уже заход базы идет. С Е5 команды. Тут 268. Ой, 268 это опасно. Первая, вторая тычка. Вторая тычка в 268. Там, кстати, 60 ТП нашего разваливают на базе. И не на базе, а на левом фланге. И, возможно, ему будет крындец сейчас. Блин, как он выцеливает странно как-то. Сейчас нормально, а вот до этого как-то так. Непонятно для меня это было. Так, счет 0-1. Ага, Е3 подставляется. Броня не пробита, не попал в рубку и не пробил. В принципе, наши даже базу захватывают. Е100 и 705. Поэтому, ну, как бы ситуация нормальная. Обычная перестрелка, ничего такого особенного. Пока что, да, не происходит. Да, но взглянем мы на дальше, что тут происходит. Тут маус вышел на внешку. Решает его попробовать подстрелить, но он закатывается куда-то непонятно куда. И тут Ис-4 в корму залетел с 2800 хп. И это уже, ну, серьезно. Хоть у нас есть тут маус, который 3766 хп. Все равно Ис-4 это серьезный противник, у которого как минимум есть броня, да. А как во-вторых, есть хорошая пушка с кумулятивными снарядами. С 340 пробития. Да, и тут происходит какой-то раш-пуш непонятный. Наш игрок просто по корме накидывает по ИС-4. Охренеть, как 705 пробил его сейчас. Вы это видели? Это было жестко, реально. Да, тут хорошо и четверку выцеливает. Главное, от 705-го бы еще не получить. Вроде нам будет неплохо, но он ему может в лючок закинуть. Ой, хорошо, со станканул гуслей. А то иначе бы... Я думаю, он в лючок его пробил бы. Ой, куда-то прицел аж дернулся, видели? Так, и счет 1-2. В принципе, по хп более-менее все. По хп все нормально, нашего игрока 2200. Заряжает ББшечку, чтобы пробить сквозь этот заборчик. Что кумулятивные снаряды не пробивают заборы. Я думаю, все это знают. Ну, я просто так сказал. Вдруг кто-то не знает, типа. Пытается еще куда-то стрельнуть мауса, непонятно куда. Да, и уже счет не в пользу нашего игрока на Е5. Кстати, никнейм какой-то. Енот. Еноту или еноти. Непонятно, короче. Так, тут четверка пытается что-то сделать. Но у нее что-то не особо это пока получается. Да, 268 стоит, целит. Но это, конечно... О, 268 стрельнул. Да, и счет уже 2-4, кстати, и это не очень хорошо. У нашего игрока 4000 имеется, но тут еще очень много противников. Да, и тут прям хорошо получается по корме накидывать, но тут еще и вторая четверка, у которой 200 хп, она еще и хилится, посмотрите, на ходу просто. Блин, какая-то жесть просто, и короче, он остается вдвоем с маусом. Вдвоем с маусом против пятерых. Прикиньте, что... Они еще и хилятся по КД. Тут четверка влетает нашего игрока. У нашего игрока 1900 хп, 268 целит его. Блин, надо 268 100% забирать, правильно его делать. Свертухана забирает 268, маус живет до талого. Танкует четверку каким-то образом. Пробивает ее кумулями хорошенько. Если маус подольше поживет, то будет еще хорошо. Но так нашему игроку будет очень тяжело тут как-то выиграть. Я думаю.
Да, простреливает Мауса, 13 хп осталось. Боже мой, что происходит? Раскидывает четверку. Три танка осталось. Все, Маус умирает. Один против троих остался. У нашего игрока 6600 урона. Ебать, что это за нагиб? Вы просто взгляните на это. Он просто четверку уничтожает. Он уничтожил просто четверку. И тут фульный 705 влетает. И дает тычку на 729. Да, он правильно сделал, потому что надо было забрать ИСа 4, иначе это ГГ приходит. Но тут 705, у него 3500 хп, а у нашего игрока 1200. Еще и не пробивает в лоб. В лоб не пробивает 705. Дает 705 ему тычку. По факту у него остается 628 хп. То есть у 705... У 705 этот, как он? Альфа 650, да? То есть в теории он его может убить. А, наш игрок похилился маленько. Отлично танкует. Пытается расстреливать его. Ну блин, 2500 хп это очень много. У него если альфа пройдет... Реально, если у него может пройти альфа, то он его может спокойно убить. Я не понимаю, почему 705 не стреляет нашему игроку в лючок. Да, он там целит, ему непонятно. Так, закрывает пушкой, все правильно делает. Да, и просто уничтожает в лоб. Ой, ой, это опасно. Да, не дал проехать в борт, короче. Все правильно сделал. Боже мой, как он танкует. Не понимаю, 705 куда там пытается пробить. Ну. Хорошо, все, он шотный остался. Боже мой. Неужто это победа? Не пробил. Пушку ломает. Ну. Ну. Охренеть. Конец боя. Ля, это жестко. Вот результаты боя. Нанес наш игрок 11300 урона. Ебать, ну это прям вообще дофига. Блять, сколько он танканул? 7100 танканул, прикиньте. Танканул 7100. Это просто жесть. От 705 только 5 тычек танканул. От ИСа 4 танканул 7 тычек. Остальные по одной тычке. Да, и это 11300 урона против в натиске, против семерых игроков. 11300. Охренеть, 38 тычек дал, из них 30 пробил. Очень клевый бой, как мне кажется. Напишите в комментариях, понравился или не понравился бой. Вот, еще даже нафармил. Ну вот и все. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Я пошел.